autopilot in traffic. So you see us at 2 miles an hour. Just go by itself. No feet, no hands. Сейчас мы на автопилоте. Есть такие кнопочки. И сейчас машина ведет сама себя. Сейчас покажу, как она там на руле. То есть она сама определяет, видишь, какая полосочка. Показывает, чувствует, у него все есть сенсоры, чувствительные вот эти по бокам. Смотри, как что идет. Она сама себя ведет. То есть мы вообще ничего не трогаем. Педали вообще ничего нет. То есть она сама себя ведет. Переключатели скорости вот здесь. Вот эта ручка. Все. Ничего не появилось, только вода. Car's moving. It starts moving. Сама себя ведет, видишь? Сама себя останавливается. То есть оно... Ну, дело в том, что вот когда линии вот эти вот, там, где дорога отмечает, когда они плохо видны, то она, конечно, не будет сама себя вести. И там специально показано, что нет автопилота, она недоступна. Но когда видно, то оно все время... Ну, везде в основном у нас есть такое, все доступно. Вот это, кстати, я сказала, что это полностью электрическая машина. То есть 100% идет на электричество. Но давай сейчас проверим, где-то здесь должно быть. Может, это вот здесь? Я не знаю. А, нет. Показывай, сколько. Такая модель X. Ну, где же у нас это электричество? А, наверное, вот это электричество. О, да, вот оно, электричество. Хорошо, значит, показывает. Значит, 196 миль. Полностью батарея — это 300 миль. Показывает. Вот. Тут столько всего. Это, кстати, музыка. Кстати, с интернетом. 4 года бесплатного интернета. Все музыки играют, можно интернет здесь ловить. Вот календарь, где все еще. Кстати, вот она сама ведет сейчас опять. Стервин, I wanna show you Стервин. Вот, что еще здесь? Тут вот на телефоне можно отвечать свои звонки. И можно свою музыку с телефона вот тут играть. Опять же, все-таки сама сейчас идет. Мы даже не смотрим. Вообще ни на что. Иногда приходят такие вот этот, загорается такой свет вот там. И оно мигает и говорит, что потрогайте. Блин, забыла, как можно сказать. Баранку. Вот, и она чувствуется, что мы притрагиваемся, и она говорит, а, хорошо, чтобы мы тут не уснули, вот, она чувствует, чтобы мы там потрогали ее, ну, потрогали колесо, иначе нормально, все, и опять начинает вести. Вот, а, кстати, вот смотри, как тут классно, такое все небо видно, вот тут прям идет так, ну, видишь, что здесь такое затемнение, то есть оно сразу раз и уходит, очень, почти его даже не видно, мимо так вообще. Обалденно. Там, кстати, есть еще сиденья, но мы их сложили. I'm showing you. Я тоже снимаю. А когда она будет мигать? When is gonna? What is what? We're not sure that you're still awake. When it needs to. Kind of waiting. Ah, oh, so it's... Ну, в общем, ладно. Вот так. I don't know how often it does it. It just does it every now and then. The whole it has a white ring around the outside of the panel, and it says hold wheel. Merging traffic.
So the car stops by itself and then starts going again. There's telling it. Hold steering wheel. Very beautiful line. So hold steering wheel. And you gotta hold it.